Задача 318583. Система навигации самолета информирует пассажира о том, что полет проходит на высоте 37 тысяч футов. Выразите высоту полета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 сантиметров. Начнем с того, что переведем, значит, 37 тысяч футов мы переведем в сантиметры. 1 фут это 30,5 сантиметров. А 37 тысяч футов в 37 тысяч раз больше. Ну или по-другому, как мы в предыдущей задаче как говорили, что 37 тысяч умножить на 1 фут. То есть, что такое 37 тысяч футов? Это 37 тысяч футов на 1 фут. И вместо вот этого 1 фута, это как раз и есть 1 фут, вместо 1 фута мы запишем то, чему он равен. Подставим. То есть, 30,5 сантиметра. То есть, получается 37 тысяч надо умножить на 30,5 сантиметров. На 30,5 сантиметров. Равно. Давайте запишем, то есть сотню одну заберем у первого со мной, даже не сотню, а десяток. Десяток. Значит, тогда получается, можно представить данное произведение следующим образом. То есть это получается 3700 умножить на 305 сантиметров. Умножим столбик. То есть перемножаем в столбик. 305 на 37. Потом 2 нуля допишем. То есть 305 мы умножаем на 37 в столбик. И 2 нуля просто потом допишем вот эти. Да? Тогда у нас получается 7,5. 35. Почему сразу можно так писать 7,5? Потому что 7,00. Поэтому остается всегда вот это вот число, да, которое мы запоминаем. 7,5. 35. 7,3. 21. 3жды 5. 15. И 3жды 3. 9. Складываем. Получаем 5, 8, 2, 11. То есть получается 11285. Пишем 11285. Да еще не забыть про 2 нуля сантиметров. Равно. Нам нужно выразить высоту полета в метрах. Что это значит? Это значит, надо разделить на 100. Почему? Потому что 1 сантиметр это 1 сотая метра. 1 метр это 100 сантиметров, а 1 сантиметр 1 сотая доля метра. Значит, надо разделить на 100. Или, если кому-то непонятно, почему именно делить на 100 и так далее. Можно так, смотрите, как сделать. Возьмем так, запишем. 11285 умножить на 100. То есть, представим вот это число, как 11285 умножить на 100 сантиметров. И вот теперь посмотрите, у нас 100 сантиметров, а 100 сантиметров это как раз 1 метр. То есть получается, что это значит, что у нас в ответе получается 11285 метров. И именно это число нам и нужно записать в ответ. Пишем ответ. Ответ. 11285. Задача решена.